привет! Мы сегодня приехали на берег Енисея. У нас здесь такая красота. На улице прям жара. Уже, правда, ветерок начал чуть подниматься. Вообще с Зеледеева идет там дождь, ветер очень сильный. На завтра уже обещают штормовое предупреждение. Вот, а мы пока что греемся, только что было такое солнце, прям было очень-очень жарко. Мы прям все раздетые уже ходили, прям лето самое настоящее. Вот у нас детишки играют. Я вырастаю арбузики. Выращиваешь арбузики? Да. Молодец. Я не буду больше. Вот одни резина. В которых они лежали? Да. Нет, не надо. Такая у Лизы новая кепка красивая. Бабочки переливаются красивые. Да, я хочу сегодня мы прям. Угу. Нам под косточку подходит. Да, и под кофточку подходит. Вон Тимурка. Уже... Маруся, в воду не залазь. Тимурка, сейчас обувь намочишь. Тимур! Угу, уже несколько раз залазил в воду, переобували. Они будут большие, если их долго в воде чистой выращивать. Да? Да. Угу. Да. Ну, ясно. Потом... Вот наш город красивенный. Потом мы будем снимать видео. У меня большие арбузы выросли. Угу. Я их в другое место отложу. Небо какое классное, красивое. Обалдеть. Да, да, да. Вот, смотрите. Угу. Вот, смотрите, вот это наш... вот. Угу. Ну они же в воде, да, растут? Да, в воде, в воде. Вон, видите, вот это вот прозрачное, даже в воде не видно. Да? На ясно. Пап, ты рыбачить Иду пришел? Да. Вы рыбаки с Тимуром? Да. Будешь рыбачить? Какая у вас удочка уникальная, на нее можно десяток рыб поймать, да? И маму поймать, всех поймать. Ветерок начал подниматься. Вот, смотрите, вот прозрачный. Сейчас, подожди. Так вот мы сегодня отдыхаем на природе. Да, погода классная, витамином D напитались. Да, сегодня нас поминают хорошие. Даже там перед ветром успели отдохнуть. Вот так, всем пока. Шашлычки наши жарятся. Главный шашлычник. Наша резко начала меняться, скоро будет дождь, поэтому начинаем собираться домой. Ну-ка. Опа, как далеко. Ну-ка еще давай. Все плоские камни перевелись. Что-то вообще так быстро меняется погода. Там солнышко, главное еще где тут. Вот здесь еще солнышко прорывается, а там уже дождь. Дождь, дождь, дождь. Зато мы успели отдохнуть. Это круто.
веревки заковала. Арбизик. И вон там. И он будет расти. Да, пока всю воду из Енисея в себя не впитает, будет расти, да? Да. И будет такой большой, что аж машину туда всасит. Всасит? Ну, ясно. Вот этот арбиз у меня есть. Вот, нет.